А кто может спек сделать? Ну, это хуйня будет. Я могу зайти на ДК 220-го охуенного ГДК, а ты можешь зайти на попало. И волк спек не улучшает. А чё, этот, волк, слышишь, а тебе, может, ты пойдешь этим друидом? Давай, два мишки, по сексу будет вообще, бомба, ебать. Блядь, ну это такая дрочь, я так хочу победить, я так заебался танчить нахуй, на самом деле. Ну, ты типа побьешь, а волк потанчит. А, друля, а чё, у тебя никого нету больше? У кого еще есть, блядь? Вы же за УД идете все равно. ДС покупать. Ну, у меня ДК есть, но он там половина ПВП, я хуй знает, он, наверное, сложит, ебать. А сколько у него хп там? У него там 40к плюс хп. Так и заебись. Под бафом или без бафа? Ну, без бафа. Похуй, сколько там хп, там Нормально, 540 депу нормально. надо. Там хватает. Ну. Ну, у вас паладина вообще не будет тогда. А, ты это сын говорит. А у кого-то другого, Нидорог, Милфхант, Загогулина или Сосад, у вас есть у кого-то танк? Бесполезны вот эти ДД, блядь. Ебать нахуй, хуй прилетишь еще. Ну, ДКшником, я ходил ДКшником, я все соло танчил, понял, и синдру, всю хуйню в одной мало вытащил, друида меня не смогу дрыть. Ну, дрыть это дрыть, дрыть не ДК. Ну да, соло-то нет. А поспрашиваем, может там есть у кого-то танк? Ну полутанк, типа, с спеком ДД или танк, а ты, типа, будешь спекаться в ДД. Ну, у меня некого, типа, у моих у всех одного. Ебал нахуй, еще пизды дадут, блин. Пидоры какие-то стоят на входе. Массия у тебя нету этого, Мишки? Блин, нет. Сын анархии. А у тебя шмот хороший там на танке напали? Ну, каков танк, сколько можно? Не, ну это понятно, там и надо, как у танк, типа там, ну. Ну иди. Блять, ну это пизда нахуй. А у тебя какой? У тебя третьего нету, да, спека? Есть, но там не прото. Типа надо спек скидывать, символ, всю хуйню ставить. А что Шмот тебе? искать. ПВПшный или какой-то? Нужный спек. Да не, ну там шмот-то есть, там все нормально. Ну сделай, если не впадлу, там, сколько там, 10 минут хватит. Если да. Там чисто ты пойдешь в ретрики. А это самое, ну там что, там с На кого-то. синдре, типа на лане Да, постоять. на Келе, на Лане. Вот, то есть, ну на этом, нахуй. На Совете, на Лане, на Синдре, на остальных. На профи просто в кукле посидеть и выйти и ну, добить там вообще хуйня. Там Не, там. не, не знаю. Все там в одного, блядь. На пула два, блядь, вообще мишки, бомба, блядь. Конечно, блядь, Сове, конечно, интереснее, блядь, играть. Ты в мишке тоже заебись двумя напулами. Тоже секс. Так, что тут ушли эти пидоры? Тут какие-то пидоры стоят, они могут пизды дать. А, вот сумма. Короче, пока паладин так делает, я жрать готовить пошел. Сколько это, минут 5? Ну, я услышу, как паладин будет готовый, понял? Этот сын, тебе сколько там надо будет времени? Минут 5-10, да? Сразу куранем. Да, минут 10. Ну все, 10 минут, короче, чилим. В 10 минут 22:10 подходим, так что отдыхаем. Там это самое. Ну и воркнули только недавно, так что не жди баланс Т4 пока что. Я ебал нахуй, там все проплачено нахуй, сов не понерфят нахуй, сосите ноги, блядь. Совы топ-класс в мире, блядь. И охуели, фростов за день фиксит, а тут уже, блядь, сколько дней прошло, они даже сов демонов не трогают. Не надо трогать нахуй, там проплачено, я говорю, блядь. Хули, блядь, Да. пускай нахуй, сука, как мы страдали нахуй, как мы страдали 10 лет нахуй. Понимаешь, я на циркуле на ебаном не давал ДПС никогда 20к нахуй. Ну, 20к давал там каким-то фуриком там. Ну, было как-то там какой-то баг был или что, 25к давал фуриком и все, ну это баг нахуй. Ну, а так 20-ку 21 давали без бага, типа, фуриком. Ну, там какие-то маги нахуй, 22-23 нахуй. Представь такие цифры нахуй. Мишка подошел, так, что там сейчас Там у пришло. миликов ШМ есть, у лапы нормально. Да, ну, блядь.
Так, масси нету. Ну я не знаю, про хилию или нет там. А чё, волк в чём сейчас? В каком спеке? Я иду, 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 секунду. А волк в хиле. Волк, у тебя же ДД есть? Кем будешь? Энфом? Давай идем быстро, я тут пачку на агрю и пойду помешаю, у меня там жарится. Сало ебашишь. Ебать там покердывать. Да, я охуел. Я не Москва, я не из Москвы. Так ты ж тоже москаль, дебил, блядь. Вот тут файл. Лол, блин. Привет в соседнем городе, называют москалем вообще хуя. Ёбаный. Тише, блядь, тише. Бежим, бежим нахуй, ебать его. Ставь блядь, какой-то тотем. Да что-то пиздец, нахуй заебашило его, блядь. Пацана просто. Блядь. Мишки не люди. Это да, кстати, но. Блядь, даже мы с волком не увезли. Волк почти нахуй этот. Как он называется? Как-то, блядь, не прохил умер. Да, уже, да, 10 мобов. Да, да, да. Они видишь, какую-то парашу круг кастуют, но там надо бы гнев небес. Что-то хуй знает, походу не было никак. Ну ничего, воздох нахуй. Ёбаный рот, бежи! Сука, волк, беги, ёбаный рот. А, он туда бежит. Давай, волну кастуй. Я тебе забагался. Сейчас нахуй завалит. Да, стой, все, стой, ебаш, дай волну покастовать. Подойдите, тут гнев небес, ваничело, ебани, а, ты демон, блядь. Ебани гнев небес. Сейчас отвалишь. Хиль. А никак, ну, не получается. Есть дела у вас. Они, видишь, эту пидерсию кастуют, нахуй, там я не знаю, нахуй, что надо делать. И как такая тетих, нахуй. Вот, ну сейчас добьются, замедляйте их, сосед там приморосил, блядь. Сейчас мы вывезем, ебать. О, видишь, красота какая. Просто скилл, пацан. Че мы тогда ребра будем каждый трэш ебашить? На первый этаж спускаться нахуй. Ждем паладина, ну, что делать? Нет, сейчас я потанчу нормально, сейчас я скиллы раскину. Че он расставит там скиллы? Ну, гнев тебе хорошо, типа вот, когда они эту парашу начинают кастовать, сбивают их и урона сразу больше. КТ, по-моему, идет 3-4 раза. Дип тоже может скиллить. Язык демонов, еблан. Хуйню прожал, нахуй. Так, надо какую-то фласку выпить, нахуй. Масло даже у меня есть. Рыбы только нету у меня, нахуй. Если у кого-то... А, нет, есть у меня обычная, только обоссанная девичка. Я понял, что это писал. Я, короче, словарь как бы изучал. Короче, ставлю рыбу вот, вот здесь, возле дерева, возле бочки. Обычная она. Ну, типа, вот, если у кого бафа нет, похавать. По фласке. Ну, сейчас, короче, мы уже пуляем, уже это... Не сдыхаем. Ребро? Нихуя себе. Ну я так понимаю, тут короче шмот никому не надо, мне только на Ршаму надо, у меня видите там левел хуёвый, но 4-4 есть. Ну типа пуха, щит, какую-нибудь залупу полутать надо, блядь. Да, труба. Труба? Забирайте на. Трубу апнули на 30 СПД. Что там, паладин готовый? В принципе, даже ты будешь фул протопалом идти, это тоже будет, ну, кайфово, типа, сейвы, там, капли, хуяпли. А я в сову спекаться. Ахуенно, мы придумали. Ну, как МТ, я даже не знаю, как он получится. Сколько там? Лучше, чем я вообще хуёвый танк, я не умею танчить. Лучше, чтобы я дымажил. Сейчас я чекну твой билд. Не знаю, мы это видеть на груле. Ты, короче, смотри, первая кровь. Убираешь, это ДДшная, и сделай лучше на увечья 2, не 2, а 3. Увечья это... Ну, типа, а вот чё скелетика большого не забрали? Осторожно там, что-то гнев небес там. Это гнев... Ебучка не стала, дайте мне файр. Кокон. Танки. На сына ебашь орехи, волк, если ты в хиле. Ага. Сколько он рот ебал нахуй. Ну, это, на этом трэше всегда в целка, когда идете, убивайте вот нерубские надзиратели, этих петухов.
Потому что мы в коконах будем стоять по КД, и мы просто сейчас сдохнем нахуй. Вот Нерубского, да, второго, блядь. Кто там ДДшит может? Нерубский быстрее, быстрее, быстрее. Ебаный рот, сало ставил, блядь. Плюс. Только пришел сало. Минус ЕП. Что, зеленку из лута тебе шпирал? Херелок. Зеленка? Да мне зачем? Пускай групп лут стоит. Блядь, да похуй. А, че? Групп лут стоит. Там... А, групп лут стоял. Зеленка, а, если ну, тебе пихнуть. Зеленку распыл нажимайте, нахуй, все нахуй. Типа реги всем нужны. Блять, ебаный кокон. Пиздец. А они мили только бьются, да? Типа особенность в том, что только били разбирают. Да. Это трэш для мили. Блять, я что-то сегодня... Я так, знаешь, чую, что 16 никто не придет, типа, это такое время, понимаешь, сибирское, нахуй. Ну и я спать. Не, они будут приходить, у них, видишь, РТ, там, с ними, типа, там 4 челика, вот этот Протопал, Эршам, Кот и Сова. Ты с ними как-то договариваться. Угу. Нам-то похуй, понял? Ну, понятно. Ну, те тоже, я не понял, играют нормально, но они дальше смотрителя, блядь, горожан не видели, да. А ты чё, в Кархэм теперь ходишь с другими? Я ещё никуда не хожу, нахуй. Ну те перестали ходить Кару, типа хуй забили Зерона. Они потихнуть хотели, ты не знал? Мне похуй. Мне поебать вообще. Они хотели Яшу на сове взять, и тебе сказать или не дальше? Мне вообще похуй. Ну, я переживать... Тогда уже за лут. Смысл уже тут ходить? Я переживать не буду. Нет, смысл есть всегда, нахуй. Во-первых... Я себе должен апнуть 3 куска на мишку, 2 куска на сову и 4 куска на эрдру, нахуй. Вот тебе и смысл, блядь. Я буду туда ходить. Вон с Кировым ходи. Ну, куй знает, нахуй. Я его, ну, не знаю как человека. Не-не-не, я пошутил. Он тебя, блядь, кикнет теперь уже. Не похуй. Не похуй, кто там что сделает, нахуй. Я сам в состоянии, нахуй, сходить куда угодно, нахуй. Ну, понимаешь, я на X2 этот весь контент пошел. Ну, я как бы не поручусь, что я Кару зарелю там, типа, пиздец, прям, без сучка, без задоринки. А Зерона справился, ты справился. Он даже не релит. Ты видел у них, как они ходят в целом? Там, конечно, состава зависит. Подходить еще там баф. Да я думаю, вы все уже все это съели, выпили, там просто чек дам. Сбойника нет. Поставили рыбу нормально. Вон, рыба нормально, жрите. Волк, ну что, ты в ДД пойдешь? Мы с Масей похилим. Ага. Ну и короче, я думаю, Волк, ты на лане и на этой, на Синдре спекнешься, наверное. Все, и заебись. Чтобы мы там не пробали день и дорог. Бомжикаску. На завод, да? Я вот насчет бомжикаски скажу, блять. Хуй знает, что тебе сказать. Ты... Типа, надо... нам приоритетнее каска хорошая, типа, 10%. Там с Дискорда отваливался челик, и вот он сейчас вылетел из этой хуйни. Добери ДД, я сейчас подойду, иду, помешаю Ваню. Да я не в гильдии, блядь. Кто там? Сосед, эти дамы систа. Я хочу чекнуть, вдруг он в гильдии напишет, то, что сейчас придет или вылетит. Ну, может быть. Вот он... там этот. Там приз, по-моему, писал. Приз заебись будет, если недорог не пойдет. Протопауэр. Ну он же только что вылетел, типа кикать его сразу. Подождем. Но в Дис его нет. Типа в Дис зайдет, тогда да. Понятно. Если в Гичат напишет, вон. Писал что-то недорог? Ну бери протоповера пока, блядь. Подпиваться. Он здесь сейчас протоповер. Где он там? Он здесь с нами. Никогда не вижу. Он внизу сидит, канал Сэмми там сидит. Ну крикни, напиши у вас. Блядь, ладно, сейчас.
Да ты в дичат напиши, в этом зеленый, который. Пойдет я он, нет? Я смотрел. Сейчас я в DC ему напишу, короче. Да, ассистам андроида, да, ассистам андроида. Сейчас. Ассиста. Ну давай, ассиста, долбоеба. Ебальник закрой, нахуй. Это павер АФК. Лучший дроид на планете, блять. Ты там БГ вот это вот регай и... регай, нахуй. Регай, друг. Там сможешь? Не, нахуй, в 3-друида, типа, ну, вы, блядь, пизду. Почему? Да. В 3-друида хорошо, кто хочет там? Кот, ты хочешь медведь, кот, чтобы он перебивал вот это увечье, чтобы я злил. Да, так да, это не влияет ни на что, что он увечье перебивает. У меня влияет, что в Телмивэй, не понял, будем. Да и похуй, поставь, типа, не только мое заклинание, все, убери эту галочку, пиздец. Да, типа, там галочка, да, открываешь, там... Но я знаю. Оно знаю. Будет от всех показывать и заебись плохо вообще. Какой квест в десятке? На кровь. Блять, ну кто там, ёбаный, уже хоть кто-то нахуй. Чё там? Он ток потом, котом. Кто? Кто котом воничал? Может? Не дорог котом? Кан. Пускай заходит нахуй, пускай ебать. Хули. Хули похуй. Кот сейчас тоже заебись, да? Но он в салоцель ебал. Ну и заебись, хули. Это БР и нахуй, это заебись. Ну чё, у нас артиллерия это хороший. Один убилик будет только. А, волк. У нас один вроде нет. Волк у нас чё, энх? А у нас есть дном, демон, вони член. Так что, паладин танчит, я в СВУ спекаюсь, правильно? Бафаю пацанам меткость. Ну да, по-любому. Шныри. Это бешеный шныри, туда... когда вот тебя прокнет всё. Блять, туда это... Ну шо шо. После какого босса я иду? Вон орка же, после орка я же спекнусь медведя, правильно? Поставьте да, портал. Да, ну давай, хули. Дайте портал того там, друзья. Супер спекнулся. Магии, ебаните портал. А этот, сука, что-то спросить хотел. Ебать, возьмите кто-то, есть у кого-то пристабав вот эти свитки, нахуй, с начертания, чтобы у нас пристабав хотя бы был, а то что, сука, нет. Если у кого-то есть там профы или купить. Не, я ни чертовку не качал. Ты пизда, нахуй. Да. Скакана, пусть он зайдет, бафнет нас и выйдет. Да нахуй. Смотри, как улан. Ты че, прыгнул в портал, блядь, ебалан? Да, нахуй. Ебалан. Я ж, блядь, сделал. Только ты. Я ж вот эту хуйню. Немножко сбоку от портала. Куда строй улетел, бля? Бичи, блядь. Ой, ничего не... Блять. Ловушка с осады, нахуй. Четверо, блять, улетели в два рана. Не, ну себе надо было по делам, а остальным не знаю. Ну. Все, без пощады. Бля, чуть сам не тыкнул. Сын, ты же это, в танке хорошо понимаешь все, там, всю хуйню, там, механику, че как там. Ну тут, по сути, еще один Нилхант на пол. Он вышел, все, ты его затянь, типа. Сын вышел. Сын, ты куда? Сын. Сын родной. Он, наверное, подумал, нахуй надо. Ну, может, стрелу пьется. Нахуй это надо, танчить. Без пощады, что ты там, где? Шмот берешь? Я пекаюсь. Без сова, сейчас будет пару кнопок тыкать. Только ДПС не срывай там, блядь. Так, сосед, какие это темы? Каменное, языкопламени, исцеляющего и гнева воздуха я ставлю, да? Чё, ну, и на 5% хасты, на СПД, на броню, да. Над танком. Да. Так, чё, все пожрали? Да и похуй. Дайте иннеры по себе посильный. Да, у тебя там мана будет регениться. Охуенно. Она, типа, будет... Там не гнусит. Она у тебя, наоборот, будет прибавляться, типа. Всё, проверка разрешена. Этот самый, сын вперед. И башен. Популивайте. Агро не срывайте, это протопал. Типа смотрите, мать. Че, Геру? Ну даю Геру, похуй. Ты под мордой. Вы под мордой. Уйдите. Сорвали. А, сорвали. Ну хуя. Нет, этот беспощадно, не бей, ты видишь же рекаунт. А у меня стоп. Нету. Стоп. У меня все выключено. Нету, ну так стопни. Ничего не делай.
Короче, кури, ничего не делай, вообще ничего не делай, просто стой. Да, пацаны, лап повесил нахуй на босса и пошел, блядь, мешать суп нахуй. Да, блядь. Вон на шипе посиди. Не бейте шип нахуй, пускай посидит, блядь, на бутылке. Он заклеивается. Давай, беспощадное наказание за гагулину, если БР пройдешь. Так, выходим с лужи. Чё? И на ему дайте, блядь, взял, побросил валу, убил пацана, блядь. Загогулина, сука. Не успел захитить. Ладно, хуй с ним, пускай лежит, сейчас добьем ДПС, да и блядь, матери, блядь. Где там ромбик? Ромбик будет вечером. Блядь, а какого? Да, пока я понял, я на себя Фениксом вечер. А-а-а, хуёво. Другую метку ему. Тоже не я. Вони чела сорвал, вони чела сорвал. Вон чел тоже курил, блядь. Вы это, ну типа, у вас должен быть омен, хуй с ним, у этого нету. Ты, значит, кури 30 секунд, нахуй. Просто кури там, пока бурсты у всех пройдут, и только потом начинай бить. И то смотри на вот эту хуйню, там, желтая, красная, типа, насрю. Потому что протопал, он не ДК, нахуй, он генерит очень мало нагрок. Чтобы у нас прохождение не затянулось, задамажить вы всегда успеете. Типа, потому что если мы будем падать, это будет, ну, у всех настроение хуёво будет, сразу разойдемся, блядь. Типа вы, ну, вроде адекватные люди, блядь, смотрите за игру, блядь. Если уж протопал танчит, он не должен так у него страдать. Так, что там выпало? Меткость. Нахуй отказываюсь. Дух, скорость, пояс. Ну-ка, ещё посмотрим. У меня пояс... Я вот этот пояс рольну. Ну, я думаю, там не надо никому. Я его рольну. Хотя бы хоста у меня будет, блядь, в пизду. А то у меня 26-й какой-то. О, я выиграл. ГЦ, блядь. Пошли, блядь, хули вы там. Ой, блядь. Там квест был, да? Квест на кровь, квест на кровь. 25-ки и 10-ки, они разные. Тут, короче, есть опасные мобы, две штуки, нахуй. Черепок. Ох, и плохо. Я не помню, там шотают, не шотают, ну, на всякий случай. Помощники, помощники. Вот ревнителя, если будешь бить, не сорви его, не костуй в него гнев лучше. Вообще, я думаю, мешаю варево лучше. Покастуй эту грозу, нахуй, и все, нахуй. Потому что... Грозу, покастуй. Гроза заебись. Сова, блядь. Готовь ты в рейдку. Тут, понимаешь, когда ты вот, ты же прочитал, да, все бонусы шаришь, звездопад, как этот санцепад работает. Он как звездопад, такой же рейнджами, и так же прям и той же магии идет, просто называется. Ну, санцепад, он бой выше рейндж, там совы жаловали, что не башни. Блять, где? Нет, такой же рейндж, ну не может, какой смысл рейндж, ну, больше. Блять, да, он какие-то, нахуй. Ну как он будет больше, нахуй, если у тебя 36, по-моему, с талантом, нахуй. Он дальше 36 не может, нахуй, ну это бред его делать дальше, блять. Ну, полная параша. Параша делает солон 20 тысяч дамага. Санцепад, сколько вообще тычка там прилетает? Я вам хуй. Да хуя. Там как звездопад, такая же хуйта прилетает, блядь. Вон нахуй. Не может быть, когда бы совы сдержали в топограмм. В топе, блядь, всегда были. Ну, типа, так они и так нахуй в топе еще не делали. Да, это там. Как фросты пукали. Так сейчас фростов пофиксили, а сов нихуя. А, да и нахуй. Блядь. Их понерфить еще надо, нахуй, магов ебаный. Чё, охуеть, дальше нефиг. Пиздец. Опа, да, нахуй, пацана, убрили, блядь. Новые 13 тысяч, фросты 14,7. Ой, 15 тысяч нормально били, сам писал, лоу ДПС фрост, блядь, да. Ресом, пацана, блядь. Сейчас реснем, блядь. Да, хуёвый, из всех фростов нормально бил, блядь, я видел. Да, ебашим. Ну ты мне говорил, фроста удаляй фроста, нахуй его ревор. Ой, а чё ты там пиздел? Дестрики лучше всех, сосите хуй. Я лучше Дестрики. Ну ты сиди, блядь, дальше, в демоне пукай. Ещё чё ты пиздел? Я в демона не буду спекаться, я лучше вены вскрою. Да, в личку написал.
Вена скрыл, что ты живой? А как раньше ты говорили, совы говно, там нахуй, пукадемыч там, блядь, а сейчас нихуя нахуй. Мне кажется, скоро, блядь, придумаю что-нибудь там элем и энхамно. Да хуй что придумали. Там палки, блядь, одинокие. Не, это уважаемые классы, элем и энхи, их надо апать нахуй, они должны больше сов давать нахуй. Ну, просто... Я не понимаю, почему они не апали сразу, они пока это... не начали ныть. Ну просто надо даже... немножко, понимаешь, триумф совы нахуй, немножко, чтобы, ну, почувствовать себя, блядь. А потом уже только энхи с элем, да, будут унижать сов, нахуй. Нас там не дали почувствовать себя. Да. Один день. А потом все вот эти классы, которые там ДК, маги, фурики, они будут просто с шеймами и ногу сосать нахуй будут. Все, ну вроде мана, мана в хул пулять сразу, пизду, хули стоять. Да, агра рвется, пизда, да. Да это естественно, ну там типа магии, вок рвет. Типа бейте, как, ну, по пизде ладошкой, вот, ну так вот, примерно. Это, пацаны, можно повернитесь. Можно не буду скачиться, у меня комбо-поинт, ну. Трэш, трэш убейте, пацаны, повернитесь. Маги, там, лок, нахуй, повернитесь, убейте, блядь. Только не сорвите агрона. Страшно. Я нашла, куда лужили. Как спинь. Чего, заебись. Все, и босса, босса разведу. Че, давай, Геру, похуй. Не дают, блядь, котику, нахуй. Переводите, блядь. А, кстати, ДПС-метр не смотрю. Кто там по ДПС? Сейчас открою, блядь, нахуй этот хил смотреть. Ну, беспощадно, но... Это естественно, блядь, это же топ-класс, нахуй. Это я сильный. Знаешь, блядь, я на циркуле играл варом, у меня было 3 вара. 3 фурика, 3 прот... Ну, то есть у всех фурики, протовары, ну, все, блядь. Просто, блядь. Дайте на пол. Опа. Ой, ебать. Осторожно. Тут не то, что... Ну вот смотри, вот я сейчас Оман смотрю, у него 145к агро. Ну, будут ТТК, не буду говорить, а духа отбегаюсь там. Просто вот сейчас его обогнал Ваничелло. Ваничелло стоп, нахуй. Потому что... Да, я вижу. Сейчас хватит, типа, общего ДПСа, хватит добить, типа. Просто кури, блядь. Сосед стоп, нахуй. И сейчас у него, видишь, у него 5 стаков настакалось, он 0 урона генерирует с анархией. Типа. То есть, ну, нету смысла вам это. Все, там, добьют другие, там, вон там. Кот добьет, там, похуй. Просто вот и все, нахуй. Главное, чтобы вы не сдыхали, это самое главное. Че там? Кожа РП, отказаться. Латы, отказаться. Я в пушку сяду. О, грудь я возьму. Петов на мейн, ебать. Сразу своих там всяких демонских, хуемонских. Оно, понимаете, оно, блядь, с любым танком, с любым игрой проходится, если мозг включать. Если ты, типа, стопнул там на 30 секунд, то потом можешь побить, ну и, типа, не догнать танк. А если так с пула бить, конечно, нахуй, ты сорвешь минус ты, блядь, вайп рейда, нахуй, это неприятно. Что, ну, садишь был один, да, кстати? Да, один, блядь. Не знаю, чего он умеет. На лифте ездить. Бери пета, блядь, рано. Да, да, сейчас бы, блядь, зауешь и минус. Сейчас багру убью. Погнали за кого. Бял. Бял. Дракону разъебал и двух вот этих мобов сразу. Да, да, улет. Вау, сейчас прилетит, вау. Блядь, это сделали бы дотку в 4Т4 фары. Ну хотя бы стакалось, хоть чё-нибудь. Ну она юзалась, блядь, она бьет под 900. Это юзы, смотри, воспламенение нахуй. Новый появляется. Потикает нахуй чутка и все. Пиздец. Бонус 4Т4 такой кал. Погнали, боя нет ни у кого, погнали. На мало. По стеночке по правой сюда едем. В центр не заезжайте, там будет дракон еще. Он не агрится, если тут приезжать. Кажется, сова с этим Старфолом. Солнце падает, спокойно, блядь, будет разъебывать трэш. Там прыгать спокойно, прыжиматься. Да? Там вообще хуйня. Я плюс на пушку справа. Только мы сейчас аккуратненько посмотрим, как будет танка бить. Ну, скорее всего, 2 мага ебанем, и он улетит. Просто похилим его хорошенько. Тут больше хилить нехуй, только танка хилит. Запускаю. Взяли все, одели ранцы. Обязательно берите маги, хуяги там. Ну, в пушку что-то... Я в пушке. Ты и кто? Ну, это... Волк или кот, сядьте кто-то из вас, типа. А кто останется? Нет. Давай, да, этот да. Волк в пушку, а кот останься здесь, на корабле будешь трэш пустынить. А, я трэш шаришь, окей. Да. Ну, чисто ты милик, если что, там будет пробивать в мишку. Там они бьют по 1000, нахуй, ты в коте, типа, забить. Все, запустил.
Остальные полетают, мага разъебут там три раза и все. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельной... Так, ну 48 тысяч, а чего не хватает? Так, пристабав есть на тебе, вот клик на хп нету. Фласочку тебе бы есть? Может у кого-то ЛКшная фласочка на хп там? На х... Покрасивее было бы. Блять, СТД или мили? На хп, на танка, ЛКшная, блять. Да не, мне не надо на хп. СП покажи. Оно хорошее. А чё у тебя, АП? Не, ну типа ограбуй. Хп маловато, конечно. Чё, вот 48, блять, 50 тысяч было бы на тебе. Да его не пробивают. Ну, так-то не должно, ну, в принципе. Я на ребре не сдох. Главное, чтоб стаки не накапливали, а больше не было. В порядке. Все, да тут кот их в одного разобьет, типа. Котев, котев, бей, тебя не убьет. Да нахуй. Мне так больше урона, если по мне бьет. Надо чекнуть, как реворд будет сейчас. И собрать себе, блять. Топ ДПС. Не, Мишка не дает, видишь, 3400 ДПС. Меня. Лети уже 5 секунд. А Мишки апали тоже. Полетели, мага разъебываем. Хилим спокойно. Но... Так, только из-за лодки выйди, ага, чтобы мы тебя видели. Ну. Так. Вроде не шибет, еще нормально. Все, разъебывайте ружейника, что вы стоите, блядь? Мага разъебали, ружейника разбить, вот они стоят, стреляют по нам. Типа они не дамажат, конечно, ударят. Накручивайте, что за хуйня? Вот эти живые ружейников разъебите. А те дальние, ну, вообще похуй. Из ракеты из этого выйти можно. Так, ну и что там у Мурадина? 16, да? Так, второй маг. Ну, сейчас, короче, улетим и уже потом прилетишь уже. Там либо один маг, либо два будет, как пушки будут бить. Так, мага убиваете. Улетайте, ДД. Улетайте, ДД сейчас. Улетайте с корабля. И улетай, анархист, этот, блядь. Да. Все, смотрим стаки. Что-то поднакопилось. Блять, а вот эта хуета на него вешается, такой как маговский столб огня, нахуй. Это в него пушка попадает, в Мурадина или что, нахуй? Не, я бью в корму. Вниз, просто я не знаю, как она вешается на него, эта хуйня, или... Все, лети квадрат. Лети квадрат. Стаки спали, летите ДД, бейте мага. Ну и все, там будет... Будет... Нет, больше после этого не будет, скорее всего. 200 тысяч. Надеюсь, они добьют две пушки в раза по 50 тысяч. Не знаю, добьют, нет? Ладно, плохо. Посмотрим, что по таймеру. Да если что, там оставайтесь на корабле. А что нужно? Что нужно? Что нужно? Меня что-то зовут. Кто зовет? Он в чате пишет. Это, наверное, Рин пишет. Ну вот он, маг. Да, там это. Ну там, блядь, что там, 1000 хп нахуй осталось. Я разрядил. В принципе, добивайте там все, кто на том корабле, они сразу портанутся туда, нахуй, все автоматически, так что похуй. Просто добивайте его и все. Опа, видали, в воздухе портанулись. Так, что там идет у нас? Трубы нет? Нету ебучей трубы, нет. Говное там. Я ждал долго. На инха возьму топорик. Вдруг я там когда-нибудь стану как волк, да? Через 10 лет. Да, блять, пока я энхом стану, я уже с Жаней буду пуху забирать бесплатно. Надо запустить. Не вопрос, мы же сорвем нахер сейчас паладину, да? Просто. Ну... Напуливать если... покидает. Блять, такая истина. Если бить, напуливает, во-первых, хант. У него на пол 3 секунды, блять. Он... Что напулит, что не напулит.
Просто, блядь, ну, я вам объяснял, не знаю, слушали нет. Чтобы не сорвать игру, надо просто не бить. Все, это несложно понять. Нихуя ты. Ну, хули еще делать? Дашь сальву и поп посове, если что, паладин, остальные не бейте. Кто-то вышел, нахуй, заходи быстрее там. Да, вот все заходит. Я пока рыбку покушаю, пока он будет сидеть. Не-не-не-не, посове. Давай, типа, бисал. Типа, ну, от вас зависит, я типа за вас не играю. Если хотите хуйня рейд, нахуй, то делайте, что хотите, нахуй. Если хотите нормально, блядь, делайте, как вам говорят, блядь. Просто не бейте, нахуй. 30 секунд там, нахуй. Геру я, ну, в конце дам, похуй. Не буду спорить. На 50% дам там Геру. Вот как раз там, сколько у него хп? Да у него 8 лямов, нахуй. На 50% хп дам Геру, нахуй. И тогда уже начнете бить, нахуй. Не, я Бершу не буду взять. Сразу спала, похуй, пускай она спиздит. Ты, блядь, не понимаешь? Похуй на мужика, блядь. У протопала два танка, блядь. Похуй. А единичный и массовый, блядь. Он там КД по 8 секунд. Просто если вас босс кого-то убьет, блядь, это будет хуёво. Будет хорошо, блядь. Ебашим, блядь. Вон, Геру дали там. Для бичи классов там, для вентов, нахуй. Это звучит, блядь. Вперед, блядь, они еще пытаются. Блять, Салю помогай нахуй. Салю, блядь, инвиз уходи нахуй. Ебашим, блядь. Трэш разъебите, трэш разъеби, сосед, ебани в трэш немножко. Да, сова сейчас ебанец. Сову сейчас обоссыт нахуй трэш, блядь, он вырастет обоссыт. Убейте трэш нахуй, сука. Салю помогу, блядь. Как прекрасно, что это 10 обычка, где можно ноубрейном быть, блядь. Сейчас на синдру придете, я посмотрю, блядь. На кнопки, блядь. На синдре думать будешь, блядь. Если хотите, нахуй, конечно. Если не хотите, понятно, блядь. Но мне УД надо, нахуй. Мне главное квестик, нахуй. Нормально. Квестик на кровь. Головой, блядь. Квестик на кровь, да и там синдра лечит уже изи, нахуй. Просто главное не ебланить, вот такую хуйню не творить, блядь. Немножко терпения, блядь, и все, нахуй. Пойдем чилить. Терпение тут, нахуй, блядь, не башу. Кстати, я бы и ВК еще сходил, нахуй, за плащом чисто. Посмотрим там, как типа настроение будет в конце рейда. Если вайпаться не будем, там вещи, блядь. Под конец нихуя не хорош. Все, там открывает портал, короче, сейчас пока сундук чекнем. И уже зайдем. Так, что это? Посох, блядь. Кому надо посох? Хуй знает, ну я нажму, короче, нужен нахуй. О, сову передамажил нахуй. Сова кушает просто, сова стопала. Сова стопала, красавчик. Блять, да квест пиздец, конечно. Вот представь просто, то ли раньше мы давали нахуй, я совой сколько давал, десятку там давал нахуй, в этой, в каре гер. Сейчас, если вот этой пачкой, даже вот этой бичи рейдом зайти в кару гер нахуй, мы там просто все разобьем, ну каждого босса, блядь. Да. Вы ж последние когда кару гер бегали, вы же на изи закрывали вообще нахуй. Да там на изи, там еще не было нахуй это. Как это называется? Т4 на сове не было. Сейчас если с собой туда зайти, 2 царик тоже нахуй. Ты представь просто 20 и 10 тысяч, это разница в 10 тысяч нахуй. Ты просто пиздец. Просто так же будет. Сейчас разница там 3-4 тысячи. Ну 3-4 тысячи по сравнению с собой, это вообще пиздец. Поставили, чтобы дип по КД висел, например. Ну мы делали 27 секунд КД, если было бы 24, то просто бы тоже 20-ку. Идут нахуй локи, блядь, демоны ебаны. Ты говоришь, что вены скроешь. Какой хуй не скрыл? Тухло. Ты говорил, я скрою вены, если буду играть демоном. Ну-ка, блядь, хоть ты живой. Надо было. Я тебе щиток наебнул. Да-да. Опа. Без воды? Чё, блядь? Осторожно. Воды. Осторожно, не срывите агро сейчас. Прошенька мишку прохилим. Заберите этого гуся нахуй, Ивана. Кот вот не сдохнет. Ёбаный рот, вы не чела нахуй. Покури, блядь, раскол нахуй. Ничего, ничего. Костыками. Ёбаный рот, тебя сбреют сейчас нахуй. Там, блядь, за гагулин ебашит. И, блядь, чё меня бьёт так нахуй? А, это облако ебаное. Сука, дурное ебаное. Блядь. Фаер в трэш теперь. Новый класс под трэш.
охуеешь, расхилить, конечно, нахуй. Тут пиздец IQ надо, ебать. 25 хэми по валькам, там так разогнаться можно, они там висят сверху, вот. Ты бомбу боссишь. Слизень нахуй. А кто у нас здесь пойдет, только сын нахуй, а его нету нахуй. Слизень, прыгаешь нахуй, твоя судьба такая, блядь. Кто это, кстати, если ты с ним, блядь? Пох на слизень. Взрыв говна нахуй, сбейте-ка. Мы с Салой там, смотри. Оп, Сала. Мы в 25-ке взорвались вчера. Какой, блядь, 20... я здесь Сала даю нахуй, все. Убили ебаные нахуй. Пацаны, понимаете, блядь? Сука. Вот и из пяти моих персов вот этот шаман, это можно назвать твинком. Остальные персы все это не твинки нахуй. Это альты, блядь. Они все проходку 25 целка имеют, блядь. Это означает что? Это означает, сука, надо гильдию собирать. Я там челику одному написал, он уже демоном пойдет, короче. Куда? КВ нахуй? Короче, с 4 ПМСК до 8 ПМСК буду собирать. Ну, по сибирскому времени примерно. Я говорю, это... куда ты хочешь? Не, никуда, нахуй. Ну, в смысле, везде, блядь. По стандарту. Ну, сука, 25? Ну, блядь, все. Ну, планы, все. Можно. Я максимум когда за ломан пойду. Челка сейчас с пугами можно убивать уже так, если что, с нормальными. Ну, надо посмотреть. Смотрите, сейчас вот на этой хуйне, на вот этой собаке, нахуй, очень-очень осторожно. Вадим. Во-первых, встаньте все рядом, чтобы рдру кидал омоложение все, вот-вот. Кто-то в мишку прям встаньте. Вот, во-вторых, сейчас будет этот самый, нахуй. Когда истребление, нужно подгадать каст хила. И волк тоже кастани по себе, там, без... в этом самом... Ну, короче, я не знаю, сдохнем сейчас, скорее всего. Нет, заебись, повезло, блядь. Ну, это чисто повезло, блядь. Спасибо. А, сейчас вот я еще орехи обновлю. А мне, кстати, не сагрим. Так, подгадываем каст. Оп. Мам. 25-ки посильнее бьет, конечно, поэтому нужно шотнуться. Нет, она снимает определенный хп, потом уже только поднимет. Да, количество это понятно, а после этого количества уже, блядь, вот эта алешка зеленая идет, блядь. Уже, блядь, балыбу сосешь, блядь. Вот смотри, сейчас, сейчас. Опа, она. Чуть-чуть не сдохли, на. Ходки друида выхилили. Ходки, да, рулят, да. Ну, это собака проще. Пидора вот этого исследователя залейте сейчас, выбаните. Чё, что эта ловушка там, бам! Подходите сюда, медведь стоит, это самое. Подходите, я в слизни. Сын с дисплей? Сын с дисплей. А, хорош. Сын, блядь, твой сын. Ну а нахуй, чё, блядь, его полным именем называть, нахуй, жесть пиздец. Исследователи, бейте их там два, нахуй, они в слизни будут превращать. Сын охуеет дисплейлить, нахуй. Я каз бил. Пошел за хит. Ты бы лучше истребление каз бил, бы. Да, ты нельзя. Ну, блядь, блядь. Слабый, значит. Да, пиздец. А ты, кстати, сосед в эти в жомах твинком каким-то играешь, нет? Или у тебя только один маг? Да не впадло качать. Я хотел качнуть лока, но хочу вредить. Да нахуй надо еще, блядь. Но лайфером будешь, как я, блядь. Не делайте вторых персов, нахуй. Это только мы с беспощадным так умеем. И волк тоже, да. И это если ходить в второй рейс. Ну, чело, у меня на двух. У меня на двух персах шея, нахуй. Понимал? У меня на трех, нахуй. У меня на трех, блядь. Я вам так скажу, на друиде, ну, только на друиде две шеи. Волк, блядь. Жесткий вообще. А кто берет? А кто сказал на трех, на двух персах? Это кто сказал, какой не путь, а? Протопалов. Протопа, а, ну заебись. Тоже красавчик. Трэш, ловите. Протопар, пойдешь в гильдию, нахуй, с 16 до 20 РТ, нахуй. Да мне некогда, блядь, в это играть, нахуй. Ну все, ладно, вопросов нет. Типа, если есть какие нолайферы, нахуй, друзья, там, приглашайте, блядь. Короче, ну, поначалу, я не знаю, поначалу надо собрать. Типа, десятку с пугами собрать, это нехуй петь. 25-ки старше зерота закрывать, тоже нехуй петь, типа. Походить, вот, и там поискать кадры какие-то. Иди в Годфазеры, у них час РТ. Блять, Годфазеры, нахуй, там ГМ, нахуй, петух, он меня кикнул, нахуй. Лох.
Лох ебаный, нахуй, именно, блядь. Да ты сделался, ну ты и токсик, конечно, из гильдики. В смысле, ебать, ну я-то не токсик. Да хули я все правильно говорил, ебать. Просто я попросил там звание, нахуй, ну там такая ситуация смешная, нахуй. Попросил звание, а там какое-то звание обоссанное было, где вы там забегаете со стен? Пуляй сразу, блядь, хули смотреть на него. Не вот. Срывайте. Да, ну там не срывайте, блядь. Сова спекнулась, выничила нормальный пацан. Если сорвет, то будет пидором. Ну все, бля, сейчас ты там поставлю, блядь. Ну, блядь. Короче, я говорю, дайте звание. Просто давай, блядь, все. А там, знаешь, ебать, ну вроде челики видят. Ну там даже видосы все есть, как бы это. Когда мы играли, все было, не знаю, заебись, нахуй. И ДПС там больше всех давал, нахуй. Блядь, сейчас сдохнешь. Бля, прощайте. Пока кастовали, блядь. Большой пиздец. Таунт. Блядь, заебешься с вами, конечно, нахуй. В пазерах хороший человек есть. Какой? Добуди. Добуди? Ну там, да, нормальные люди везде есть, ебать. Вот я со столовкой общаюсь, нормальный челик, ебать. Только я не знаю, у них там сейчас, блядь. Вроде как был сильный. Блять, я УЕ получаем, и это, чё за хуйня нахуй, ебать, откуда такой дамаг нахуй, охуею. Аршаму, кстати, апнули, будет? А, его же апнули. Апнули там проценты вот этой пиздефсии нахуй, как он называется. Хпал видел? Это пиздец. Хпал бомба нахуй, ну просто секс, ебать. Блядь, ты понимаешь, почему у меня, ну типа, у меня мания, блять, я хочу в разных спектрах играть, у меня хпал и друид. Основные персы, ну мои любимые чисто. Потому что там, блядь, и хил, и танк, и дамагер, нахуй. Все можно, чё душе угодно, блядь. Нет, нахуй, видишь, блядь. Ну, типа, я не особо за это переживаю, потому что, блядь, мне говорят, иди нахуй, ты типа твинк, нахуй. Второй рейд не берут, нахуй. Ну вот видел, на лича взяли, блядь. А хули, мне-то думаешь, что это весело, что ли? Сейчас сдохнет. Так ты 4-4 оденешь и в коре обычки вообще. Блядь. А, ну все, уже босса любили. Вот, короче, смотри, вот эти тапки мне бисовые, нахуй, не трогайте, нахуй. И что там? Кистевое. Вот это на энха мне, нахуй. Просто это. Мать фересу. Я бил с карты, так что не выебывался. Блять. Я хочу, конечно, ты 4 куска на холле попал. Мне хпал, ну, короче, показывал, как кот ебашит, чел. Подходит хпал, кидает шилд. Абсорб 40к, блять. Да, и да. Этот шмит хилит 15к при крите 23. 5 раз, блять. Я просто блядь. Стою, это полностью. Да, не жрет, но. Ты просто за 5 секунд на 100к выхиливает, так еще и, блять, абсорба больше, чем в этом ключе ебаном. Это пиздец, просто шилки. Танк живет. Нахуй. Просто всякие волониры сосут ногу, нахуй, да? Он еще и с волониром был. Ебать, лол. Еще и с волониром, блять. А я не знаю, это шилд, он просто щит кидает на кого-то, и он сразу абсорбит, или там КД. Блять, а я не помню, нахуй. Ну, типа, вот это, сейчас вспышка света, он стоит такой, он ее кастует за 0.8. Раз в 3 минуты ты это не можешь. А, раз в 3 минуты? Подожди, это получается, вот это божественное просветление, по-моему, оно дает эту хуйню, да? Да. А, ну так вспышка это... Света, это не свет. Так, это не так имбово получается. Это, ну, блядь, если, блядь, абсорб 40. Не, абсорб, сам по себе абсорб это хорошо. Но там это дается хуйня на 5 секунд, по-моему, нахуй. Вот ты прожал? А, не, надо сейф продать. Ну, типа, да, сейф. Ну, звучит вообще и хорошо. Сколько свет у тебя быстрее кастуется. Ну, опять же, 3 минуты КД, нахуй. Типа, это механика охуенно, 3 минуты КД. Че, давай, да, ебаш. Там есть еще иноры без КД, нахуй. 3 друида, блядь, все забьем. Мася, само по себе ебани, сейчас там уже, блядь, до конца не проседешь. Бля, не сорвите, ну. Так, сейчас немножко покастовать, надо немножко интенсивно, на. Зафибан рекан, блядь, все, пора ДТЛ скачать. Так, чё мы, блять, я не знаю, нас убьет, нет? Ладно, покастуем. Я глубанул. Сука. Вообще, блять, мы убьем быстрее, чем остальное. Вроде не убило, спора, блядь.
Блять, орехи ебаные, блять. Встань поближе под босса, чтобы орехи по нам навешали. Ага. Я просто в миде стою, блять. Чили. Слышите, я не заметил, я там срулил что-то, что хотел вообще, сумку не открывал, блядь. Я отказываю. Да, вроде лежит, заебись. А то и там левел 236, нахуй, блядь, бомж ебаный. Не, вообще, блядь, я не знаю, я вот с циркуля, я не знаю, кто откуда, с каких серваков пришел. Но у нас там было такое понятие, что, ну, твинки, ну, по крайней мере, в топовой гильдии, топовость гильдии определялась тем, сколько ЦЛК и РСок она за КД закрывает. Типа вот, ну, бичи гильдия считалось, если там одно ЦЛК закрывает, и РС там трает не убивают, там. А топовая гильдия считалась, которая закрывает 2, 3, 4 ЦЛК и РС геру за КД за одно. Там я смотрел ЦЛК хэм, это вообще, ну, даже по видосам, блять, 40 лямов хп. И они ты... еще и дамажат больше, чем мы. Так ты понимаешь, это, ну, это ты 40 лямов у кого, у Сурка только. Понимаешь, там на самом деле, когда ты приходишь на Ильича, ну, на серьезных боссов приходишь, там можно обосраться. Типа, ну... Нет, хит больше, там хилить надо лучше. Это вот этих плюшек ваших. Да, ну, там в хэме с 30%. Все статы на 30% завышены. Холод да. Ледяного тропа. Там баф. Тут... Есть такая хуйня, когда вот уже отбитым долбоебом ты становишься, вы идете, вы включаете баф. ЦЛКшный. Вам надо ЦЛК без вайпа принести, и вам желание героями. Хорош глыбу нажали. А чё вы сдохли, кстати, мне интересно? Они, походу, стаки не собрали. Они стаки не лутали. Они добили. Мася, ты в курсе тактики вообще? Мася. Да, она, наверное, думала, что успеем убить. Так, мы чуть-чуть не успели. Да, ну ладно, ничего страшного. Блять, надо резать. Куда вы побежали, блять? Милхан-то кто будет резать? Я все буду резать. О, запустите блядь. Этот еще, крутаните. Вон кран, крутани кран, вон он, блядь. Кто там? Ну все, резаем. Да, я крутану. Ну тут просто, кстати, смешно. Здесь даже слакать можно с зеленым. Ну, блядь. Вообще, типа, смотря сколько... У вас вали настолько летают, и слизни настолько медленно бегают, пацаны, что тут вообще можно АФК бить и даже не плевать. Потом десятка гера выйдет, нахуй. Когда Зулжина будем разъебывать, и потом десятку геру выкатит, скажет. Я хочу Золоман. Где Золоман? Где РС? Уже полтора месяца нихуя. Да скоро будет, может через месяца два. Да какой два месяца? Еще через месяц. Ведите РС, она, блядь, не особо ничего не даст. Стой, ну ладно, бегай похуй. Тебя орехи попадешь по нам. Это РС-ку, блядь, ее добавит, ее будет закрывать любой бомж. Ну ты ж не такой сложный дамж. РС-ка, да. Ну типа ебать, если ты не знаешь, нахуй, первый раз там может доставить проблему. Ну, ты такой стоишь, ебашишь там под боком. Тебе говорят, метеор перейди, перешел. Ну тебя метка кинулась, вышел из дисплея и зашел в рейд. Говорят, ну ебать, ты говоришь все на словах охуенно, а когда челики будут 2 секунды лишние простоял нахуй, лужа будет нахуй на пол экрана нахуй, и все, пиздец. Она будет откидывать людей под дыхание, под ход нахуй, будет вайп нахуй. Да это еблана. Ну так вот, таких ебланов сколько будет. И понимаешь, вот на циркуле это вот мы играли, и типа за счет чего убивались вот эти вот такое количество РС, ЦЛК, типа, вот у нас еще два рейда здесь. По меркам циркуля это бичи гильдия, типа. Ну, типа гильдия как гильдия, но. Это вообще хуйня. У меня в цикле 100 плюс 500, нахуй, понял? Ну это вообще пиздец, конечно. Ну у меня там больше десятка не было. Вот. Я же там из 12 года взяли. Само по себе твинкование, то что ты умеешь не одним классом играть, а несколькими, это очень хорошо считалось. То есть ты можешь зайти, там потанчить, похилить, подамажить. Давай, бей в сове. Подожди, как вы будем? Нормально. Ты в ретрике, да, сейчас? А, ты в танке? Блять. Ладно, похуй. Скажи, когда ему пить, ДБМ пул сделаешь. Так, ну что, мана все есть, нахуй. Ну пей, короче. Пей. И все, нахуй. Там, как превратиться уже запугаешь. Все тут. Талом хуя. Кабами ДПС добавил. ДПС хорошие у куклы, кстати, бей хорошенько прям. Ну это, приоритетский день, конечно, лучше, чтобы не сдохли. Мася, а тебя как звать вообще? Как? Обход этот, куклу эту, чтобы... Успеем перевести его с 10%? Нет. Да похуй, успеем, похуй, стопайте, 3%, стопайте, не бейте. Там доты доедят. Да похуй, пускай доты, вон слизня бейте, нахуй, на него доты навесите.
Химнитель, чувак. Он сейчас разъебет нас, смотри, блядь. Нет. Бейте, бейте, слезай. Отлетаем и добивайте его, пока он, чтобы не дошел. А он же под дотки. А это переводится? Все хорошо, если... Поставьте метку, где РДД хотя бы стоит. Нахуй тебе метка, ебать, включай свой ебучий мозг, нахуй. Метка, нахуй. Я-то включу. Других... Другие что? Типа, ну вот пельмень летит, что его не видно, что ли? Вот, никто не словил, молодцы, блядь. Он будет, да? Метки, нахуй. Метки это для детского сада, нахуй. Это пиздец, нахуй. Когда за ручку водить сад. Ой, в тебе-то можно не сомневаться, блядь. Вот смотрите, лужи вышли нахуй. Ну из них просто надо выйти, все, блядь. Какие метки нахуй. Блять, как-то услышал, как один узбек сказал, и яйцо пошло нахуй. Ну, яйцо по столу покатилось, блядь. Он говорит, яйцо пошло, ебать. И хохотал, пиздец. Вот тоже пельмени, кто не красный. РДДшники, он на ренжу в красную вставайте и готовьтесь его убить. Надеюсь, у нас КС. Разъебываем красную, разъебываем. Изничтожаем просто. Опа, захиливаем. Блять, захилил. Ага, хиси. Ой, блядь, тысяча, да? Это колбы прилетели, две лужи в одном месте, нахуй. Блять, сейчас подохните, нахуй. Я чуть колбы не слаю. На хила, ну это я пиздец, когда нахуй. Блять, как вы ебучие бомжи, нахуй. Сосед, это ты сейчас отлетел, блять, от колбы, нахуй. Ебать, я хуел. Я же далеко от него стоял, чё за хуйня? Чё за хуйня? Рейндж, нахуй, надо смотреть, ебать. Стоял далеко, стопните дома, стопните, полностью стопните, зеленого все сейчас бьем, зеленого бьем. В один фрейм. Черепок сбежались, максимальный ДПС зеленого, бустер бьем похуй. Вязкая хуйня. В один фрейм. Блять, моменталку отдал. Ничего, портал прожмешь. Добивайтесь. Ебать, похуй, похуй на луже, не беспокойся, такую мелочь. Нас, вот, ничего, сдох как бич нахуй. Лох ебаный, он, блядь. Ой, Ваничелла, пиздец, позорище. Я тебя не знаю. Короче, пацаны, короче, Бэр. Завал, ладно, Мася Бэр, у него ебани. Ебани сразу в лока. И там пубав по нему, каску, хуяску, всю эту хуйню давай. Гера, да, так что плохо, так Гера, я тебе Геру дал, Ваничелла, давай. Давай, 100к ДП задай. Не давай ему Геру, блядь. Не дашь 100к, нахуй, минус 1000 ИП, блядь. Нам, скажите, да похуй, стойте вокруг, нахуй, похуй вообще, ебать. У кого пельмень прилетит, тот пидор. Точнее, пидор, если он его словит. Я пельмешки люблю, так что я буду ловить. Давай, стоим, нахуй, как бичи, блядь. Лужа разольется, просто из лужи выйдем, блядь. Блядь, не кидает. Все, смотри, возле вас, нахуй, возле соседа пельмени, блядь, смотри, блядь. Никто не словил, блядь, красавчики. Я словил. Волк в луже 3 дика получил, минус 1000, нахуй. Да все, заебись. А то здесь на луже пол. Здесь можно скастовать, блять, фрикас. Видишь, парень. Не уедешь, это нихуя парень, вообще заебись. Так, 2:59 ночи у меня, блять. Че за хуйня выпала? На энха все, нахуй, забираю. Всю ту хуйню. Да-да, латы, блять, на энха.